Сарика Продакшн Студио. Друзья, видите, что волосы, футболка, лицо, рука в микрофоне. Это все Ирина Сурма, которая занимается здесь с 21 года, с 7 декабря, или с 21 декабря. 7 декабря 21 года она впервые переступила студию в этот день и в этот год. Это уже будет 3 года. Видите, и Светлана Кан такая же. Так что вы должны знать, кто когда пришел и кто сколько занимается. И с Ирой мы сняли сколько песен? 44. 44 песни. Вы представляете, друзья, какой объем работ. Вот. Значит, Ира пришла на новый урок, потому что на прошлом мы сняли песню, которую она великолепно спела. Все очень радовались. Какая песня? «Бегу к тебе». Я просто тупо забыл. Группа «А-студио». Кто радовался-то? Весь интернет. Вы и я. Да, а из-за нашей радости порадовались и все остальные. Потому что мы работали, потому что хочется, конечно, получить отзыв. А те люди, тот артист, который говорит, да мне все равно, что напишут, или там как отреагирует публика, не верьте, это неправда. Нам не все равно. Но и на 100% ориентироваться на отзывы мы тоже не будем. То есть должна быть такая золотая середина. Да? Сегодня нам кто-то мешает. Ты что-нибудь скажи, всем привет, там что-то. Да, у Иры появилась киска. Кошечка, в смысле. Она нашла в прошлый раз рядом со студией, что-то она там ходила по своим делам, после съемки. Я сейчас буду пользоваться случаем, буду говорить, кому нужна хорошая кошечка. Да, она нашла кошечку хорошую. Именно кошечка, это не кошка? Да, кошечка. А, кому нужна? Ты хочешь отдать или все-таки, чтобы у тебя пожила? У тебя частный сектор, пусть живет. Она собаку гоняет. Ничего нет. Он хочет жить теперь в гараже. Ну, подружимся потом. Ты же все-таки спасла кошечку от... От дождя и от... Черт тебя знает, что бы здесь было. Может, машина бы сбила. Ты молодец, ты очень добрая. Ты опять. Молодец. Значит, дело вот в чем. Я предложил сегодня Ире, зная о том, что очень она любит творчество Леонида Агутина, «Остров». Он скоро приезжает. Да, в Караганду? Нет, в Астану и в Алмату. В Караганде просто делать нечего. Денег мало здесь ему платят. «Остров», песня, помните, начало 2000-х, конец 90-х? Просто ты одинокий остров, на море где-то часто, на корабли. Это сейчас туповая песня. Да, она поднимается опять, да, эта песня. И в интернете очень... Да, я это понял. И думал, надо эту песню Ирине дать. За лесом поле, а на небе дождь и тучи. За побережьем море, за морем горы, тучи. А я не знаю, как там будет. А я знаю. Давай, вот смотри, ты должна... Во-первых, успевать за всем этим, и уже вот эта такая манера, уже... За лесом поле, а на небе дожди тучи. Нет, смотри, ритмика. За лесом поле, а на небе... Нет, ты «а на небе» ровно спела, нужно... За лесом поле, а на небе, Синкопа. А на небе дожди тучи. Да, поняла, да? За лесом поле, а на небе... Еще точнее. Смотри, внимательно. Если ты споешь ровно, ну оно прокатит, но оно неправильно. Ну, хорошо. В контексте этой песни. За лесом поле, а на небе звезды тучи, а на небе пам-па-дам-па. Там была гонка, здесь скороговорка, елки-палки. Куда вы меня готовите? Я готовлюсь на конкурс цыганской песни. Давай только куплет. Он весь повторяется, да? Но надо ритмически прям отработать хорошо. За лесом... За лесом поле, а на небе дожди тучи. За побережьем море, за морем горы круче. В небе шальные птицы, им только не разбиться, но вероятный случай. Меня с собою я то безумный, видимо, я... Видишь, вот эти все вещи, вот это хорошо, что мы эту песню взяли. Это очень хорошо. Поехали. Море, за морем горы, тучи в небе, шальные птицы, им только не разбиться, но вероятный случай. Ты все на
начнешь сначала. Ты с ума свела немало. Я все пойму однажды, потому что мне не важно, что есть шальные птицы и что это не годится. Может, я тот важный.